три, камса три. Не делайте это дома сами, только под присмотром родителей пользуемся этой всей химией. Ребят, я выбираю все для нового челленджа Николь и Жени. Это будет челлендж розовое против зеленого. И не просто, а слайм. Я купила скотч, которым мы замотаем два клея. И давайте перемещаться домой. Мы начинаем. 3-2-1-0, вы на канале Мисс Николь. И сегодня у нас битва слаймеров. Розовый, зеленый. Я бы хотела еще кое-что вам сказать. Вы еще не знаете, кому какой цвет попадется. Вы просто сейчас на камень, ножницы, бумага решаете. Кто выигрывает, тот выбирает свой цвет. Камса три, камса три. Николь? Я однозначно выбираю розовый. Николь выбрала розовый, Женя обрадовался Никушиному выбору. Вы начинаете делать свой слайм. Смотрите, как все сделано. Да, тут... Я хочу, знаете, как сначала сделать всю свою базу, а потом разделить ее на несколько кусочков и покрасить разными оттенками. Ой-ой-ой, а потом их смешать и похрустить. Хорошо. Женя, там... Не делайте это дома сами, только под присмотром родителей пользуемся этой всей химией. Женя добавляет салатовый краситель, Николь добавляет крем для рук. Чтобы он был приятным на ощупь. Приятным на ощупь. И он у меня очень вкусно пахнет. Я хочу уже добавлять. Уже загуститель хочешь добавлять? Привет. А ты? А я, наверное, буду добавлять пермиф. Хотя я даже не знаю, что это такое. Это, по идее, дезодорант? Ну, мне кажется, он будет как... Как запах, да? Как запах. А я не перемешиваю, я хочу, знаете, что сделать? Я хочу сразу добавить... А что? А, это тоже. Женя, ты, в общем, все туда кладешь. Я думала, вы что-то выберете. Посмотрите, они кладут все туда, Жень. Жень, ты теперь тоже крем для рук? К нам приходит помощник, загущай слайм. Наваливай свой розовый загуститель. Я тоже делаю загуститель. Думаю, видите, у меня же он загущается. Так, у Николь уже процесс пошел. У меня он уже тянет. Женя, ой, у тебя, Женя, пенка там и все что угодно, боже мой. Все, у меня он уже загустился. Тоже загустился? Ну давайте, загущаем, загущаем. Сейчас мы вернемся к вам, когда мы немножко помешаем. Вот это все чудо действия. Да. Руками подожди. Руками. Мне показалось, что я перезагустила, но мне кажется, нет. Ты не перезагустила, да? Слушайте, ну у вас огроменный опять слайм получился. Единственное, что я сейчас вижу, это то, что Женин слайм у нас уже зеленый, а Никушин слайм у нас еще до сих пор белый. Вау, как он тянется. Я просто не могу до конца его потянуть, потому что я смогу его до конца потянуть, когда я встану в полный рост и его растяну на полу. Ну, это будет чуть-чуть позже, а пока я хочу увидеть розовый. Николь, что-то мне кажется, что не только слайм будет розовый, но и... А руки нет? О, и руки! Посмотрите, какой цвет получается! Обалдеть! Слушай, Николь, ну ты, получается, сделаешь пару слаймов разного цвета розового. Вот у нас белый ждет своей очереди. Уже розовый практически готов. Он как ты считаешь? Он готов у тебя уже, Никуш? Он у меня готов.
часов, но его еще можно немножко потом будет запустить, но мне кажется, не надо. Оба-на, раз, два, три, будет прикольно. Раз, два, три. Николь, что это было? Раз, два, три. О, как классно! Как классно! Нам падает и гофре становится. Никуша, ты будешь делать новые розовые оттенки? Да, буду. Я буду уже на коленях стоять. Мне куда-то нужно положить в какую-то коробочку уже вот так. Сейчас подойдем. У тебя есть еще блесточки розовые, ты будешь их использовать? Нет, блесточки розовые я добавлю в отдельный кусочек. Итак, смотрим, что получается у Жени. У Жени получается слайм. У меня зелененький. Уже первый кусочек готов. Первый кусочек уже у нас готов. Никуша его уже положила в такую вот баночку. Это похоже на листок, но я его не буду продавать. Да, а я, кстати, хотела предложить, не хочешь ты все-таки открыть свою страничку и не продавать, но разыгрывать. Кто хочет, чтобы мы разыгрывали все слаймы, которые мы делаем, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. На мисс Николь и на Жека Браво. Он густой. Мы берем новый оттенок нашей гуаши или что это такое? А, это не гуашь, это акриловая краска. Мама, какая-то густая. Смотрите, он намного темнее, чем вот этот слайм. Сонька все еще играет с зелененьким, симпатичненьким. И вот, кстати, у тебя прикольный стал. Мне кажется, еще краски понадобятся. Ну давай, еще краски, делаем оттенок и показываем результат. Пока Никуха там разбирается со своим новым оттенком, Женя решил сделать что с... Пожалуйста. Глиттер? Да. Да? Вот, смотрите, какой он будет яркий, прикольный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Жень, ты что, переборщил? Ай, обалдеть. Ё-моё, что это ты сделал, Женя? Николь решила сделать уже третий слайм. Смотрите, этот ярко-розовый, этот такой какой-то малиновый. А вот у нас просто слайм с глиттером. Ну что, Женек, показываешь свое произведение искусства? Да, я поближе его посмотрю. Вот. Есть там, видно? Да, глиттер? Вот, смотрите. Ну, немножечко. Вот немножечко на моей руке. Ну, на твоей руке видно больше, чем на слайме. А Николь показывает у нас? А на моем слайме видно. А на твоем слайме видно, потому что тут одни глиттерки, да? Да. Без всяких красителей. Ну что, Николь, как тебе такая битва? Как вы считаете, кто победил? Я! Нет, я, потому что я взяла третье. Нет, я, у меня он большой, я по одного цвета. А я потом смешаю, он будет у меня круче. У меня еще круче, потому что у меня он сильно тянущийся. Ребята, не ссорьтесь. Те, кому понравился слайм Никуши, обязательно ставят лайк. А тем, кому понравился слайм Жени, обязательно ставят лайк. Подписывайтесь. Два лайка ставят и подписывается на каналы Жека Бро и мисс Николь. А мы передаем Екатерина Коренчук, Зайка ТВ, Катя Ясницкая, Ульяна Мизгулина, Карина Ипатова. Привет! А всем пока-пока, подписывайтесь на канал Мисс Николь, на канал Жека Бро. А всем пока-пока! И делайте с нами самые яркие и крутые слаймы!